читерский пулемет мощнецкий. Вижу, ты задрал пулеметчик с большой дороги. Я тебя запомнил в лицо. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Steam Куёко, Данил Сербер, Бэтмен, Обгай, пацаны, поздравайтесь! Всем хай! Привет! У нас сегодня очень классный режим, потому что я буду играть за чужого и должен буду убить вот этого заложника. Пацаны должны его спасти, а я должен его замочить. Есть тебе, кушайте, приятного аппетита! Ах ты хитрый, закрыл дверь перед носом! Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Ну что, вы меня видите? А ну постреляйте через окно, убивает, чтоб я знал. А, да, да, да. Убивает. Хорошо. Значит, надо бояться окон. Смотри, может еще какой-то вход где-то есть. Входов других нету. Так, давайте сюда осторожненько проникнем. Я смогу стать большим только тогда, когда я вселюсь в одного из настоящих игроков и пробуду 5 секунд в нем. Есть, вселился в одного из вас. Отчитываем время. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ладно, я пошутил, я ни в кого не вселялся. Так, так, так. Блин, ребята, это круто. А вы знаете, что на этой карте рандомный спаун? Серьезно, рандомный спаун. Я только сейчас узнал. Быстро наверх. Пацаны, сюжет изменен. Я могу теперь заспавниться в любой момент в этом доме. И вы должны быть настолько осторожны. Видел, он видел, видел, он в гостинице где-то. Это гостиница, да? Я не знаю, что это. Тихо, 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 не психуй, не психуй. Он во мне, он во мне. Да я ни в кого не вселялся. Чего ты это взял? Не, ну хватит, ты молодец. Стопа, у нас... Ай, блин. Да, блин, как это было больно. Да ну, пацаны, ну чего такие жесткие, как я? А где заложник? О, вы запрятали заложника, я не успел. Да вы молодцы, в шкаф его заныкали. Так... А, значит так. Я буду сейчас агрессивнее играть. Сейчас вот чужой, прям у него левел повысился. Отлично, отлично. Фух. Ну что, пацаны, я стал большим. Все-таки я читал 5 секунд, все было по-честному. Просто не читал вслух, потому что вы начали друг друга мочить. Кто играл за Папайруса, он не понял, да, что я в нем был? Не, я думал, ты в Балде. Ну что, теперь я большой. Он в крыше был. Я теперь большой, и у меня 1000 хп. Но вы меня можете очень быстро вынести. Вижу, пацаны все в этой комнате. Так. Давайте полностью все забрать. А, я буду вас по очереди высмыкивать тогда. Хорошо, первый у нас кто съестся? Так, я вижу жертву. Там внизу челик. Отлично, манкасовец умер. Сожрал. Но, слышь, отвали своим пулеметом. Сожрал. Есть, 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 есть. Быстрей, 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 быстрей. Ух, у меня 200 жизней осталось. Блин, ребята, крутая серия получается, потому что пацаны играют, в принципе, балансно со мной. Я не могу им ничего сделать. Да блин, я тебя хочу сожрать. Да слышишь ты? Представляешь, убивал других, а его не мог, потому что кто-то внизу и вверху ходил. Блин, ну так случилось, совпало. Все, я опять с маленького буду начинать. Все, я опять маленький, потому что убили большого.
А есть третья форма? Да. Хочешь? Я его видел здесь, он скорее всего. Хочешь третью форму увидеть? Нет. Это когда я вселяюсь и сразу становлюсь большим, без пяти секунд. Так, следим за Балди, за Балди. Бегу наверх, за Балди. Побежал. Так, он спрыгнул. Так, осторожно. Сейчас я буду прыгать с балок на тебя. Вверху балки деревянные, я там сижу. Не видят, не видят меня. Так, осторожненько сидим. Так, хорошо, буду охотиться за акулой. Кто играет за акулу? Так. Да блин, так хорошо пытался именно проникнуть. Он зашел в дом. Вон, вижу. Та тварь, в голову попал. Ваншотнул. Все. Пацаны, я победил. Я победил. Ну что, пацаны, вот вам бомба. Вы должны ее защитить. Я беру чужого и начинаю атаковать. Все, я улетаю. Лучше берите дробаши, так больше урона будет. Ну что, пацаны, я вас жду на улице, выходите. Кто не сыт? Вас там много, я один. Страйкер. Охота, охота открывается на игроков. Вижу, Балди выбежал. Так, осторожно. Еще один выбежал. Так, осторожно. Ай-яй-яй-яй, промахнулся. Ух ты, вот это я прыгнул. Так, спокойно, спокойно. У меня преимущество просто намного больше, чем у них. Я быстрый, и я ваншотю. Но для этого надо прям попасть в человека. Ах ты, зараза. Спасибо. Вижу. Вот здесь. О, я могу по перилам ходить наизично. Почему на улице делаем? Боже, цель это бомба. Ай! Так правильно, я вас выманил на улицу, а сам появился в доме. И иду до бомбы. Представляешь, какой я хитрый? Абгай, ну хорош, ты что ты как псих? Я просто чисто, чисто, дробовик. нету, чисто. Я на улице вас чекаю. Да блин, да зараза, а? Молодец, хорошо стреляешь. Чё у тебя за пулемет у тебя там? Читерский пулемет мощнецкий. Вижу, да ты задрал пулеметчик с большой дороги. Я тебя запомнил в лицо. Да ты задрал! Да ты с говно, а ну иди сюда. Да, хорошо. Я разозлился на тебя очень сильно, я злой. Я очень злой. Так ты тварь. Ну все, ребята, это все. Я очень злой на них. Мне надо так их сейчас убить срочно. Быстрее все, Далир. Я под водой могу плавать, это хорошо. Давайте, давайте я вот тут будем стоять и просто его тут мочить, и все. А мы можем случайно по бомбе шмальнуть, что оно взорвется? А я не могу уже стрелять за чужого никак. Мне надо так сделать, чтобы вы не сами выстрелили. Я могу ее на Е активировать? А потом малейшее касание к ней, оно ее сразу активирует. А, что? Вот это было быстро, согласитесь, это самая быстрая атака от чужого. Быстрее просто нету. Все, я беру смертного, потому что я бессмертный был. Щик. Ну что, здесь, а теперь здесь. Я должен очень осторожно действовать, потому что у пацанов настолько мощное оружие, насколько это есть. Так, они охраняют все. Охраняют бомбу, поставили двери, сфигали как-то. Слышь ты? Я тебя за это убью. Ай-яй-яй. И тебя за это убью, за то, что ты по мне стрелял. Да слышишь? Да тварь, а? Есть, я тебя сожрал. А теперь я иду к бомбе. А теперь я приближаюсь потихонечку к бомбе. Бомба активирована, пацаны. Взрывайте ее тогда сразу. Да
Да вы дураки, что ли, ну что? Да блин, ну это было круто. А что ты решил ее взорвать? Я думал, будете защищать ее как-то. Просто ПВП. Вы против меня одного. Никакой бомбы. Просто мочилово. А как ты? Ах ты! Ну да, я просто читерю. Это на самом деле вот так вот оно происходит. Ах, да. Надо попасть, пацаны. Это ж тяжело будет. Дим, выходи на один на один на улицу. Да. А я на улице бегаю. Вы меня просто не видите. Видел? Так попади, если ты видишь. Что ж ты не попадаешь? Ты дурак, что ли? Я твой пулемет тебе в жопу засуну. Вылез. Ребята, теперь я захватил дом. Это мой дом. Давай. Давай, заходи, заходи. Я тебя замочу. Ах ты, тварь, я забыл, ты в хате появишься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте уже до конца. А, ну все, вот на этом и конец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.